Республика Мариэл получит финансовую поддержку федерального центра на реализацию ряда социальных программ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому увеличен объем субсидий, направляемых на поддержку многодетных семей в 53 регионах. Средства будут направлены нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Республика Мариэл получит почти 300 миллионов рублей. Текст распоряжения размещен на сайте правительства России. Ранее уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что в ряде регионов страны возникли проблемы после отмены льгот для многодетных семей. Она также выступила за принятие федерального закона о многодетных семьях. Ранее был подготовлен проект постановления правительства, призванный решить проблему финансирования льготной ипотеки для многодетных семей. В условиях дефицита бюджета разработчики проекта предлагают направить часть из прибыли средств АИЖК в специальный фонд в распоряжении агентства, который и будет субсидировать жилищные кредиты семьям с тремя и более детьми.